Всем привет, это Берлин, ИФА, и мы пришли в гости в павильон крупного производителя бытовой техники компании Midea. Что интересного на этом стенде, мы сейчас и узнаем. Ну, прежде всего, мое внимание привлек вот этот пылесос. Вообще, это популярный формат, вертикальные пылесосы сейчас в России, ну и вообще в мире. Ну и вот Midea представила одну из своих новинок здесь, в Берлине, на ИФА. Ну, а в чем плюсы? Во-первых, это формат с мотором сверху. Это удобно, потому что можно, например, труднодоступные места вот так вот пылесосить и так далее. Дальше, давайте его изучим. Здесь кнопка курок, вы нажимаете, он работает, отпускается, перестает работать. Это важно для экономии заряда батареи. Кстати, что касается батареи, то по времени работы этого пылесоса хватает на 20 минут. Ну, за это время можно много чего убрать, и для 1-2-комнатной квартиры этого вполне хватает. Фильтры. Здесь все очень просто. Вот мне нравится у Midea, что все просто. Открываете, и здесь моющийся HEPA-фильтр. Вы его снимаете и моете. И потом устанавливаете обратно. Так вот, закрываете. Никаких проблем. Дальше. Он, разумеется, такой пылесос-трансформер. Здесь все снимается, можно вот так отстегивать трубу всасывания. Получается такой мини-пылесос ручной. И у него еще есть огромный комплект, дополнительный комплект насадок, о котором я чуть позже расскажу. Дальше, смотрите. Эта вот труба, она металлическая. Здесь турбощетка в комплекте поставки. Она тоже легко снимается. И что самое главное, здесь она очень легко очищается. Здесь вынимается для того, чтобы очистить. То есть никаких лишних действий. Раз, два и все. А щетка специально выполнена вот из разных материалов. Это важно для того, чтобы разный мусор она собирала и делала это эффективно и качественно. Очень клево, что пылесос легкий. Вы не устанете, убирая им. Здесь съемный аккумулятор. Это удобно, когда нужно его заменить. Ну, если вдруг возникнет такая необходимость, и вот так вот обратно устанавливаете. И, конечно, это очень важно, что легко можно... О, получилось. Легко можно выбросить мусор. Вот так вот нажал на кнопочку и дальше закрыл. И продолжаешь убирать. Кстати, мы сейчас и уберем им. Вот видите, все легко убирается. Кстати, здесь есть LED-подсветка, так что мусор от вас не скроется, вы все увидите. Возвращаемся к моменту с аксессуарами. Здесь есть специальная базовая станция, которая крепится на стену, и уже в комплекте поставки есть аксессуары. Это насадка щелевая и насадка для различных поверхностей, мягкой мебели и так далее. Но очень круто, что вы можете отдельно приобрести вот такой большой-большой комплект аксессуаров. И сейчас я немного расскажу, что в него входит. Ну, первое, что привлекло мое внимание, это специальная щетка для того, чтобы пылесосить в прямом смысле домашних животных. Ну, я думаю, что домашние животные привыкнут к такой форме ухода за ними, и все будет окей. Шерсти никакой не будет нигде валяться. Вот еще клевая вещь. Это такая сборная насадка. Вот, вы делаете вот так, потом делаете вот так, и смотрите, что у нас получается. Можно пылесосить разные поверхности, да? То есть вот здесь вот так пропылесосить. Ну, то есть труднодоступные места, которые обычным пылесосом вы не достаете, и делать это неудобно. Здесь это продумано. Можно даже вот так как-то делать. Да, вот. Если вы немного запылились, да, можно себя пропылесосить. Это очень клево. Хорошо, когда пылесос, он такой многозадачный, выполняет самые разные задачи дома. И другие насадки здесь тоже есть. Вот есть специальная мини-турбощетка для различных поверхностей, в том числе для мягкой мебели. Очень хорошо, кстати, собирает шерсть. Вот когда животные тоже, они любят лежать на креслах, и остается шерсть. Вот это мгновенно все собирает. Ну, вот, собственно, самое главное о новинке Midea я вам рассказал. Пылесос действительно крутой, он легкий, симпатичный в смысле дизайна, и мне кажется, что в любом доме он пригодится как основной или дополнительный. Это ИФА Берлин Midea. М-видео. Нам не все равно.